Ой, 19 декабря. В Мадриде было неплохо. То есть ночью шел дождь, но потом все, в общем, стало на свои места. Я приехала в Эль-Эскориаль, Сан-Лоренсо. И здесь вообще проливняк. Я приехала смотреть резиденцию королевскую и монастырь, он же и усыпальница королевская, но я подозреваю, что просто поболтаться мне не придется, потому что реально проливняк. Еще дойти нужно. Сейчас пойду вот по направлению туда. Дойду до, собственно, стою около схемы на самом деле. Позади меня схема. То есть монастырь Святого Лоренцо, Святого Лаврентия. Ну, Каса де Докторис там и прочее ерундень. Конечно, было бы прикольно посмотреть все это, но вот погодка и так как-то намек-то на просветление нету. На автобусной остановке поймал меня дядька, то есть я у него попросила обратное орарио сфотографировать, вот чтобы он мне дал, чтобы я понимала, во сколько автобусы отходят. Ну, каждые 40 минут, 30-40 минут. А он такой, Жоруса, я говорю, блин, какой-то веки меня узнали. Ну да, в общем, так, потрепаться ему захотелось. А он говорит, я из Болгарии, ну, вот, хорошо говорит по-русски. Объяснил мне, дал орарио, сказал, куда идти. Еще шофер нашего автобуса меня послал, говорит, ты промокнешь, но это стоит того. Иди посмотри Белен, он огромный, то есть вертеп. Но уже до Белена я, конечно, не пойду, потому что, ну, я уже предчувствую сырые ноги после сегодняшней прогулки. Ну, буду скрываться во дворце, дворец и музей. Потому что гулять, к сожалению, по такой погоде. Ну все, я пошел. Ой, стояла просто под крышей, ничего не капало. А туда выходить, боже мой, я сейчас вся промокну. Ладно, побольше оптимизма. Я пошел.